Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». 191-я миссия у нас. Так, дай-ка я сундук открою, посмотрю, что нам здесь выпадет. 23 монеты. Так, заброшенная Музи. Солдат Аркинсон. Почти ничтожный Джоу. И последний — это Буран Лузи. Окей. Ну что же, активируем. Кстати, нам нужно с тобой набить новых сундучков на арене. Надеюсь, сегодня получится. Так, ну что, попытаемся пройти до 200 уровня. Попытаемся. Как пойдет, не знаю. Так, что у нас здесь? В принципе, ничего сложного нету. Вообще ничего сложного нету. Я даже, наверное, менять здесь ничего не буду. Ну, раф 22 уровня, я думаю, что... А, здесь... Оу. Короче, не бойся, что ли. Не бойся 88. Ладно, давай посмотрим, что у нас из этого получится. У меня здесь, как ты видишь, есть Буран. У меня есть яд. Но у него есть танк. Плюс у него есть быстренький гном с тесаками. То есть, как-то нужно пробовать. Так, если я сделаю вот таким вот, предположим, образом. Да ну. Вот так вот, друзья мои. Он подставил меня, одним словом. Я что-то не понял. Это... А что он так получил много уровня-то? Уровня урона. Я имею в виду вот... Его вот это тут... Странный. Очень странно. Опа. Парнишка. Закололи. Так, ну это мне не нравится. Пускай он бомбанет. Все, теперь мы выставляем так вот. Опа. Оу, щит. Давай, 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 иди сюда. Опа, закололи чувачка. Ну, посмотрим, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, у него пламя там еще может быть сейчас, да? Которому он, наверное, с удовольствием воспользуется. Ага, пока ничего у него не получается. Но не забывай, что там он ресельщик идет, который может оживить павших воинов. Так, надеюсь, мы все-таки успеем его бомбануть здесь. Вызываем Полли. О, хорошо идет. Очень, друзья мои, идет хорошо все. Сейчас сюда вжарит, да? Нет? Ну, ах, все-таки вжарил. Все-таки вжарил. Сдулся парнишка. Ну ладно, вызываем с тобой тогда еще разок. И сделаем вот так. Я думаю, это идеально. Ну что, пухляш получил. То-то и оно. Так, опыт и карточка нам выпадает. Рабовладелец Мок. Умножать здесь ничего не будем, потому что всего лишь 7 монет. Не стоит даже мараться. 192-я миссия. И по-прежнему я не вижу здесь ничего страшного. Сложность, как ты видишь, все-таки больше падает в мою сторону. Погнали. Единственное, что можно было бы, конечно, Музи убрать вот этого вот барона, да? И кого-то другого поставить. Но пока вроде бы все... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, не то сделал, не то сделал. Зачем я так сделал? Господи, это была моя большая ошибка, наверное. Оу, щит. Это что там за выкрутас еще, а? Скажи-ка мне на милость, это крот. Это, друзья мои, крот так буянит. Представляешь? Так, нам нужно с тобой срочно обязательно вызывать Полли. Или как тут, я даже не знаю. Это сейчас будет нас бомбить. Причем очень жестко. Что-то я, честно говоря, недооценил. Зачем я яд использовал где-то здесь, когда надо было вон там, конечно же, использовать. Это чисто мой недочет, поэтому будем его, естественно, исправлять. Но сейчас, по-моему, уже дадут другую команду. Нет, та же самая. Или нет? Нет, та же самая. Все. Погнали. Здесь просто я изначально тупанул. Надо было делать... Вот так вот.
А яд уже ставит, если выйдет крот. В принципе, и все. Он вызвал крота? Вызвал крота. Минус крот. Вот и все. Ну и, естественно, бежим с тобой спокойненько. Уничтожаем. Ну ё-моё, ну что? Два шамана позвали с тобой. Двух шаманов, я думаю, здесь за глаза, да? Ну да, два шамана здесь сейчас разорвут любого. Если мы сейчас еще с тобой Полли позовем, то все, вообще полная труба будет ему. Давай, Полли, выходи. Вот и все, и нет крота. Так надо было изначально сделать. Все. Полли уничтожил его издалека со своего мушкета. Понятно, это все понятно. Ага, друид-алкоголикс. Да, тоже этих много карт у меня. Ну что же, 193-я миссия. Я смотрю, здесь команда быстрых. Ну, у нас есть цветочный дедушка плюс яд и шаман, в принципе, крот. Вот про этого крота не стоит забывать. Он бомбит издалека. Да-да-да-да-да, вот этот именно... А, нет, это не тот крот. Я ошибся, я думал, что... Нет, хотя тот... С пушкой же был крот, с пушкой. Ну и все. По идее, должно быть. Любого сейчас закалывать будем, да? Давай, цветочный дедушка, выходи. Тун-тун-тун, ничего себе он там наяривает. Потихоньку-потихоньку бомбим его. Все, ему крышка. Здоровья у него маловато, как мы видим. И мы побеждаем. А это говорит о том, что мы получаем сундучок, правда, деревья. О, вот эти деньги нужно умножить. Это, знаешь ли, солидный куш сейчас был. Переходим на 194-ю миссию. Смотрим, что у нас тут. Ага. Слушай, как эта команда состоит из танков. Три танка. И три дальнобойных бойца. Так, против танков нам с тобой нужно взять что? У него нет заклинаний. Тогда, в принципе, мои... маги, шаманы, так скажем, да? Мой эльф-маг, в принципе, и Полли. Да, они должны тут все держать под контролем. Заклинаний нет, поэтому могу спокойненько сделать сброс. Единственное, что Полли, да, очень долго... Ничего себе. Оу-оу-оу. Так, может быть, хорош уже тут? Давай, дедуль. А что это сделал? Это кто заморозил? А вот это, что ли, бармот морозит? Или кто? Я не могу до сих пор этого твою налево, блин. Я же говорил же, что этот выйдет. А, Полли. Полли у меня есть. Фу, забыл про Полли, конечно же. Все, все, все отлично. Я вызвал свою заклинательницу. Ну и тут, в принципе, все. Сейчас этого мы разорвем. Плюс отравление на нем висит. Само собой, он тут далеко не уйдет. Еще вызовем шамана. Все, одного удара достаточно было, чтобы этого арена-мастера выбить из колеи. Мало денег, мало опыта. И карточка нам перволинейной пузи. Давай следующий поединок брать. Слушай, ну, скорее всего, мы до 200-го сегодня дойдем. Упс. Так, меняем команду. Ребята, меняем команду. Где мои эти? Вот. Вот эту, да, берем. У него быстро... Так, подожди.
быстрые танк, плюс быстрые эти, и плюс, как ты видишь, у него тоже дед Амурчик. Плюс он взял хилку себе. Но он сейчас будет выпускать вот этих 100% быстроногих. Поэтому нам... Что нам нужно делать? Нам нужно делать вот так вот. И деда, естественно, этого валить. Понятное дело. Плюс курицу. Курицу будем вызывать. Плюс танк нам понадобится. Так, дедуля. Обязательно. Так, он деда моего все-таки успел, да, шваркнуть. Ну что там, как тут стоит, дергается. Да я думаю, ему крышка здесь. Что он тут уже сделал? Да ничего. Вот и все. То есть, получается, мы его просто-напросто передамажили. Ай, когда мне дадут хороший нормальный сундук, а? Скажите мне на милость. Ух ты. Слушай, обязательно надо прокачать дедулю-то. 196-я миссия. Подожди секунду. Я пока не пойду туда. Дайте-ка мне прокачать старичка нашего Амора. Все. И помимо старичка, по-моему, еще что-то есть у нас. Это мне все не нужно. Это здесь не нужно. Кузнеца. Не знаю, есть ли смысл вообще прокачивать. У нас есть более улучшенная версия кузнеца. Эльфов я точно трогать не буду. По роботам все вообще как-то у меня запущено. Кстати, подожди. А, слушай, а что ты делаешь-то у нас? Я забыл. Так, после смерти отравляет всех противников. Так, 50% шанс отравить противника после удара. Увеличивает скорость обновления твоей способности. Нет, это не то, что-то как-то мне не нравится. Здесь. Ну, в принципе, никого не надо, я думаю, да? Да. Нет такого, ребята, персонажа, которого мне захотелось сейчас прокачать в данный момент. Как бы обойдусь и без них. Ага. Ага, Полли. 6-го уровня, кстати, Полли. Плюс вот это. И ураган. И ярость. Вот такая вот командочка у них тут намечается. Ну-ка давай посмотрим. Ураган — это, конечно, дело плохое. И тут еще и скоростники. Плюс дед. Но у него, в принципе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что я сделал-то? Немножко я лопухнулся. Сейчас, по-моему, подобьют нас. А, блин, дедка подбили, а. Смотри, 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 что делает. Да, я немножко не так сделал, как надо. Яд потратил туда, куда надо, да. Короче, смотри, сейчас будем немножко... Да какой приобрести героев? Мне никого не надо приобретать. Чего делаете-то, а? Погнали. Зачем я стрелка? Я вот только потом понял. Зачем я выставил стрелка в первую очередь, когда надо было здесь сделать немножко по-другому? Здесь надо было... да где? Вот он, блин, дед. Плюс уничтожаем сразу вот эту вот всю команду левую. Так, дед мой. Вот, совсем другое дело. Смотри, 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 что делает. Так, выпускаем еще деда. Ну и все, в принципе. Еще выпускаем курицу. И запинали мы его. А я изначально зачем-то выставил стрелка Полли. Естественно, ребята, он пока там выстрелит, пока перезарядится, а стоит он недешево. Молниеносная буря. Опять же, прокачать пока не могу, не хватает. Ну что, переходим на следующий уровень. Это 197. Ох ты, как... Ничего себе, у него и это даже есть тут. И яд у него есть. То есть он дедушек этих будет бомбашить, да? Только шорох. Только шорох. Плюс у него есть Рози, да, по-моему.
Ладно, давай посмотрим, что у нас получится. Этот еще, он же у нас чем-то бросается. Потерялся, блин. Что тут? Блин, эту-то надо уничтожать. Че он идет? Он идет. Он идет, идет. А, он просто идет и двигает. Ай-яй-яй-яй-яй, курица, курица. Вот, правильно. Да ну. И сталкивает, да? Ну, попробуем. Че, он еще, уже вторую вызвал? Блин, мне обязательно нужен яд. И желательно побыстрее. Что-то не получается пока у меня. Маловато, наверное, будет мне одного яда-то. Если честно. Ну, дедок, ну ё-моё, ну. Этот тут еще клуша ходит, смотри. Ладно, мы сейчас с тобой сделаем так же. Я возьму себе эту заклинаху. И будем так же бомбить. И посмотрим. Мумия. Я в первый раз понял, что делает мумия. Идет и сталкивает всех непонятно куда. Ну что, поехали, попробуем. Я, конечно, опять же не уверен, что здесь все у нас прокатит. Мумия со своим этим толканчеством. Давай проверим. Вот она, хламонка эта идет. Блин, она слишком живучая. И она третьего уровня, да, насколько я помню? Что это заморозка? Откуда заморозка? Не то. Не годится так. Давай другой думать. Давай полностью пересмотрим нашу команду. Мне кажется, здесь нужно будет заклинание какое-то еще. Одно. Дед нам пригодится. Танк. Вот этот танк, наверное, нам не понадобится здесь. Так же, как, в принципе, и курица. Если заменить, то на кого? Краб. Я бы не сказал, что он опупенный. Нам что-то нужно такое посущественнее. Например, вот это вот может пригодиться. А по итогу, где этот... Подожди, что это такое? Стражевый, так он у меня не новый, почему написали, что он новый? Может быть, вот этого прокачать? Что там у него появляется? Атака, отбросить противников назад. Атака, отбросить противников назад. Можно попробовать, да, в принципе. Че, рискнем? Или ярость брать? Вот это, наверное, блин, это пламя вместо кого? Вместо стрелка или вместо танка? Этот танк вообще, он... Он нам никак не поможет. Он даже не успевает пикнуть, как его разносят. Но, тем не менее, давай посмотрим. Давай посмотрим, все равно мы с тобой ничего не теряем. За спрос, как говорится, денег не берет. Третьего уровня у него эта магичка. Видишь, что он делает? Тут гадость как-то надо. Ты посмотри-ка, а. Да ладно, она еще не погибла. Вот здесь бы сейчас бы молния. Как хорошо бы зашла, а? Вот, вот он начинает применять яд. Все, я понял, короче. Берем вместо... Вместо вот этого, наверное, берем все-таки молнию.
Или даже вот так вот вместо нее взять молнию. Попробуем. Этого сразу палят. Поехали в бой. Так, цветочный дед. Наверное, выходит у нас первым, я так понимаю, да? Или кто? Я почему цветочный дед? Давай так вот сделаем. Сразу же яд сбросим. Пускай он там. Ага, дуплилась она все-таки. Блин, не смогли мы ее добить. Ага. Так, он и это, да, он убирает. И это все, что он успел поставить, да? Окей. Дождемся молнии, наверное. Или как, так вот бомбить будем? Не понял юморка. Всех, блин, прикинь, всех подбил. Давай, крот, выходи, блин. Сейчас опять, наверное, будет пламя своим жахать. Ну, стреляй ты, господи. Да ты заколебал, а. Ну, подбил, красавчик. Давай теперь вот эту кикимору еще подбей, пожалуйста, мне, и все будет вообще у нас четенько. Нет. Как ты заколебался своим вот этим вот... Крот, ну... Она достала, а? Ты серьезно сейчас? Ну, крот, ёпт, ты будешь выходить или... Бесит. Крот этот дебильный, а? Может быть, вот эту вот взять, а? Вместо молнии. Он применяет яд. Даже если ставить отхил, но все равно не получится, да? Мумия бесевая. Вот что я тебе могу сказать. Так ты бомбить-то будешь? Вот. Нифига не понимаю, блин. Как меня бесит. Замедляху, короче, берем с тобой. Крот, вроде бы все нормально, блин. Или взять вот этого. Или вот этого взять можно. Бумси, бумси. Блин, ну они такие дорогие, блин. Они мало того, что дорогие, они еще... Блин, я не знаю. Что вместо стрелка взять?
хотел замедляшку взять. Ладно, попробуем так. Третьего уровня. Так, отравление сразу ставим. Да заклейте в эту мумию, блин, чертову уже. Допустим. А дальше будете что-нибудь делать? Опять он со своей паршивой мумией, а? И толкает меня, да? В этот яд паршивый свой. И мне некого поставить, блин. Ну. Все, улетела пташечка. Вот так вот и будет, пускай. Давай, 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 родные мои. У него ураган есть или нету? По-моему, есть. Или нету, я не помню. Мумия запарила. Так, мумию я подбил, слава богу, да? Окей. Давай, цветочный дед, наяривай. Так, ставим сюда яд нафиг. Слушай, а вроде что-то получается, да? Да. Получается. Наконец-то. Да, тяжело было на самом деле. Но, тем не менее, получилось. Блин, молнию не дали прокачать, а? Ну что, 198-я миссия у нас с тобой, ёб красоты. Так, не... Ого, я таких и не видел даже. Что она делает? Атака повредит всех противников вблизи. После смерти пошлет волшебство бешенство на 3 секунды. Ничего себе. Драконы, танки. Тут очень много танков у него. Какую взять команду-то тогда нам? Вот это, наверное, мне кажется, будет оптимальное для нас. Может быть, у нас получится... Блин, хотя ты видел в сторону? В его сторону идет уровень побед. Как бы процент уровня победы идет больше в его сторону. Потому что я понимаю, в принципе, почему. Но у него нет вроде бы заклинаний, да? Не знаю, как это мне поможет. Поможет ли это мне вообще? На тебе, от твоего же дружбана. Да. Что-то моих там ребятушек просто располосовали, будь здоров. Тыч! Кузнец очнулся, а вон горилла вышла. На тебе. Я еще вызову поле здесь к нам на помощь. Пускай нам помогает. Ну, таким... Таким вариантом, ребят, вообще тут на изи вышло. Как говорится, много легендарок, а толку мало. 55 кристаллов выпало нам. И рабовладелец мог. Ну что, идем на предпоследнюю миссию. 199-я. А тут я вижу мина. В принципе, ничего страшного нет. Единственное, что я не знаю, мину, по-моему, мы не можем с тобой захватить. Она будет лежать на земле до тех пор, пока до нее кто-нибудь не дотронется. Что не самый, конечно, лучший вариантик, согласись. Вот скажи, что я сейчас делаю? Что это вообще такое? Мину, мину он влепил. Опа! И свой же на мине взорвался. Вот это мне нравится. Вот это было сейчас круто. Так, Раф. Раф, блин. И всем пофиг. О, Раф своего же бомбанул. Красавчик. Так, тут у нас идет пупс какой-то.
непонятный. Ну. Правильно, иди, иди к своему хозяину и бомби его. В принципе, все, тут уже крышка ему. Я сейчас вызову еще Полли. А, все, уже не понадобилось. Тут тоже как-то было легко, на самом деле. Никаких трудностей я не ощутил. Кристалл нам выпадает. Ну что, переходим на последний с тобой поединок. И здесь у нас, опять же две легендарки будут присутствовать. И вот это вот со своими яйцами, да? Ну, против этого яйца у нас будет есть дедок. Будет есть. Будет уничтожать их, естественно. Ну и этот рождественский тролль или кто он, я думаю, не поможет. В плане, блин. Вот это я лопухнулся, ребята. Сразу же. Представляешь? С таким позором, блин. И он деда врубил. Молния, понятное дело. Так, ну что? А, у тебя уже и вышло, понятно. Будем перехватывать? Попробуем. Не знаю, получится у нас или нет. Мне кажется, у нас не получится, мы не успеем просто. Или как тут выйдет? Нет, могло бы, конечно, все получиться. Если бы мы переманивали бы. С большим коэффициентом. Ну, что там за чмошники, я не пойму. Уже, по-моему, поздняк, да? Ладно. Это значит, на тему он стрикчики. Думают, что им все позволено. Хорошо. Будем немножко по-другому разговаривать с этими охламонами. Поехали в бой. Так, дед. Надо будет этих просто контрить, да и все. Контрить мы можем как? Через поле. Через поле плюс. Вот так вот выберем. Блин, ну зачем я опять? Хотя ладно, пускай. Нет, не пускай, ребята. Там он уже наплодил армию, гаденыш. Где моя такая же команда, только вот. Вот тут попробуем с тобой. А, тут мы без дедули, просто. Ладно, фиг с ним. Без дедули, так без дедули. Где там твой яд, паршивец ты такой? Так, давай, крот. Смотри, что делает, а? Применяет сразу яд. Применяет сразу яд. Эта команда, я даже не уверен, что она зайдет. Вот это вот оптимал, самый оптимал. Этот воскрешает молнию. Короче, надо взять еще одно заклинание. Вместо курицы, наверное, я возьму. Так, где мои заклятия все? Вместо курицы я возьму молнию. Стоп, подожди. Не та команда, блин. Вот, вместо курицы я возьму, наверное, молнию. Поле мне тут, наверное, тоже вряд ли понадобится. Поэтому возьму столб огня. И что, по итогу я буду, что ли, двумя здесь юзаться?
Что-то как-то перспективка не очень хорошая. Ладно. Не, серьезно, перспективка здесь вообще какая-то, блин. Не знаю. Че, вот этими вот тремя юнитами? Шиш его знает. Погнали. Так, дед, да, этот вшивый уже вышел. Так, этого деда мы вальнули. Так, теперь надо вот эту брать. Ну, уничтожать, я имею в виду. Что там, яд закончится сегодня или нет? В плане, у него тоже молния, что ли? У него два заклинания. Блин, ну сейчас наплодит, блин. Ну вы завалите его. Старичок, да ты запарился своим ядом, а? Че, неужели и двух заклинаний здесь мало, а? Пока. Ну, на то он и 200 уровень, чтобы не казаться легким. Старик этот мне вообще здесь, если честно, не нужен. И яд, заклинание. У него очень жирный танк. Ой, подожди, подожди, блин, у него жирный танк. Надо было, надо как-то разобраться вот с этим вот, с этой акулой. Если мы разбираемся с тобой с акулой, то у нас, в принципе, все нормуль. Что он там, молнию свою втыкает, да? Так, начинается у него. Окей. Блин. Ну что, забомбим или нет? Есть. Вот и все. Просто пошел в наглую уже, в лоб, как говорится. Так, монеты. Это все понятно. Ага, загадочный Раф и Янси. Ну что, друзья мои, прыгаем в портал и... Вау. Так, а дадут мне приумножить деньги, нет? Дымчатая попка. Плюс сторожевой паук Фиде. Куранок. Малобюджетный Тони. Атмар-отшельник и крутое яйцо. Умножить нам не дали. И мы с тобой открыли новую главу, 11-ю. Бабка, дракон. Слушай, так она же у меня уже есть. Ладно. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, быстренько с вами пробежимся на арене. Набьем себе сундуки. Ох, ёк, макарёк, ты посмотри, 25-й уровень. 25-й, 26-й. Ну что, надеюсь, наш дедулечка Амор сможет их переманить на нашу сторону, и будет тогда все великолепно. Мы с тобой заработаем сундуки. Поехали. Ой-ой-ой. Куда это ты, родной, бежишь-то? Что за... Что я взял за отряд-то? Я не могу понять. Ага. Так, вызываем Янси. Мощный, мощный. А вот так вот. Давай побольше амурчиков.
Побольше мурчиков убираем. Что там происходит, не могу понять. Не видно. В глазах темно и воздуха не вижу. Так, давай так сделаем. Достали там просто уже. Ну что, арена мастер, я так думаю, побежден будет. Все. Несмотря на то, что там 25 уровень, 26, мы все-таки прожали нашего оппонента. И двигаемся дальше. Нам нужно еще два сундука. Жалко, что получили обычный. Не эпический, не какой-нибудь. Так, здесь 26, 27. Ладно, все равно я возьму эту команду. Цветочный дедуля, блин, вот его прокачать до 10 уровня вообще было бы топово. Так, тихо, эта бабка противная. Ее так просто нахрапом не взять. Ее может только дед соблазнить. Да и то не всегда. Блин, Раф идет. Раф идет, говорю. Блин. Вот, 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 вот. Жесткий Рафаэль-то. Вся надежда на... Если тут вообще какая-нибудь надежда. Прикинь, так вот сфейлится тупо. Тупо сфейлится. Чего? Давай дальше. Тупо сфейлился из-за того, что... Короче, вы увидели, да? Прекрасно. Где я лопухнулся? Ладно, я буду продолжать, ребят, естественно. Сейчас, по-моему, дадут мне другого противника. Ну, ничего себе. Слушай, что за колода такая? Дайте мне другую. Вот эту, например, хочу попробовать поюзать. Что у нас получится? Блин, опять же, здесь нет деда. Дед у нас должен практически везде присутствовать. Тем более у него нету, как ты видишь, заклинашек. Куда он бежит-то, этот хмырь-то? Чё-то я вообще не понимаю, что-то происходит, ребят. Опять что ли прижучили нас? Угу. Вообще ничего не успел пикнуть. Потому что не взял ни деда, ничего. И танка у меня там не было. Мне танк был, но что-то, ну, как-то его быстро там. Фига, кузнец уже такой седой. Так, значит, меняем карты. Беру свою колоду, вот эту вот сделаем. Но тут, естественно, очень большие будут заминки. Берем вот этого нашего родного. Возвращаем к нам Полли. И вместо кого? А стоит ли вообще брать? Наверное, не стоит. Хотя подожди, ладно, фиг с ним. Давай протестим вот так вот. Заклинание у нас только яд. У него столб огня и 7 уровня. Слушай, у него тут покрепче будут братишки-то. Где мой этот дед цветочный? Давай. Нормуль. В плане. Упс. Этот чувак рубит всех, кого не лень. Блин, ты прикинь, 7 уровня он разрубает просто. Даже цветочный дед не помог. Ха. Здоровски. Ладно, давай проверим. Пумс. А что случилось, ты что-то не врубился? Кролик, иди отсюда. Этот еще с арбалетом, блин, лезет. Арбалетчик фигов. Ну, дедуля, ну ё-моё. Ты 3 часа сейчас будешь тут возюкаться. Так, смотрим. То хоть кого-нибудь-то мы сегодня захватим. Давай, давай, давай. Вот так вот. Пошло, кажется. Пошло, 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 пошло.
Эх, немножко не там яд поставил. Ладно, фиг с ним. Везде взрывы. Так, дедульки мои там наяривают. Будь здоров, как говорится. Так, танка, танка надо вызвать. Танка вызвали. И пошли они вместе. И пошли они вместе. Все. Да. Сложновато пошло все. Ну что, остается еще один сундук набить. Ого, 7 уровня. Ну давай попробуем. Блин, вот это вот, конечно, с таким маленьким топориком, но, блин, фиг пробьешь ее. Может быть, нам дед поможет в этом деле? Так, закололи. Ну, давай, дедуля, выходи. Мне кажется, что шансов у него уже нету. Ну, на победу, по крайней мере, тут точно. Все. Ну что, мы с тобой забираем последний сундук. Мои награды, это понятно. И вот он. Да, все обычные сундуки. Ни одного какого-то там эпического, легендарного. Ничего мне не дали. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.